Вы знаете, да, я вот скажу честно, на месте Сороса, вот сколько тут в Украине вылито на него грязи, откровенной клеветы, как я это прекрасно понимаю, ему тут приписывают, что будто бы он вообще Украиной управляет. Ну вот прям тезисный штамп абсолютно с российской вражеской пропаганды. Да просто взял бы, подал бы в суд на всех этих уродов и шизофреников, уже давным-давно обогатился и стал действительно реально бы миллионером. Не, ну если управлять, должен быть штаб, куда можно прийти. Да, сказать, да вот... просто я бы вот реально бы подал в суд иск о защите чести и достоинства главного управления.